Всем привет, с вами вновь Сони. Друзья, ну чё, покатаемся сегодня еще немножечко в Need for Speed. Итак, друзья, я решил сегодня не покупать никакую тачку, а точнее даже не то, что решил, а мне приходится ничего не покупать, потому что у меня денег аж ноль. Кажись, там есть что-то там одна штука баксов, остальное все я слил вот в эту вот красотку. Я ее, правда, немножко помять успел, тут покатался. Так вот, ребят, теперь эта тойотка, божечки ты мой, срочно рихтануть, капот помятый, вообще не круто. Теперь эта тойотка, ребятушки, у нас фулл тюнинги. Под капотом у нее заряжена 950 полностью готовых к бою лошадиных сил. Я так думаю, что сингл это хорошо, но мы с вами, наверное, сегодня сунемся в онлайн и поедем покатаемся с пацанчиками, постараемся надрать им немножко ихние попки. Ну а там посмотрим, как пойдет. Тачечка, хочу сказать, просто космолетище, при этом очень адекватно управляемый космолетище. Я не знаю, я с нее просто, если честно, тихонечко офигею. Я даже не ожидал, что GT86 будет, ну, настолько крутая. Настолько круто рулится она. Трудно вам описать, ребят. Абсолютно покладистый и послушный автомобиль. Очень комфортный, вот прям очень комфортный. Так, ребят, мы с вами тулим какой-нибудь спидлист по ускоренной программе, спидлист, и поедем, наверное, на что-нибудь вот смешанное. Так, чтобы можно было и навалить бочком, и потягаться с кем-то на скорость. Мне даже будет интересно, насколько эта тойотка сейчас покажет себя. Наверняка там нас могут поджидать всякие ураканы и порши, которые считаются имба каждая в своем деле. Что-то в гриппе, что-то в дрифте. Но мы будем стараться держать марку и прийти хотя бы в тройке лидеров. А лучше, конечно же, затащить гоночку, потому что машина, в принципе, более чем позволяет. Мне кажется, то, что эта тойота даже похлеще, чем Супрень будет. Вот, не знаю, что-то у меня такое странное ощущение. Хотя Супра тоже была очень и очень хороша, но сейчас посмотрим уже непосредственно на заезде. Погнали. Так, ну что ж, держись за соломинку, и у нас первый дрифт-заезд. Ну что, погнали, погнали. А ну-ка, Ламбо, тут будет у нас? Так, воу-воу, куда ехать-то? Чуть я подзаблудился. Так, наваливаем. Оу-воу, что, спалил очков? Печалька, старт вообще неудачный. Зато здесь все неплохо, лишь бы только пацанчики не путались, да и я вместе с ними. Чуть меня немножко там обходят по очкам. Надо это дело поправлять срочно. Понятно, понятно, мудозвоны. Все как обычно, но тем не менее, пока что я был первый. Выжигаем здесь как можно больше. Надо, наверное, подальше держаться от этих ублюдков. Да что угодно, тут надо как бы лидировать так, чтобы затащить по очкам, насколько я знаю. Фу, давай быстрее, мать же ж твою! Тут без вариантов было совершенно. Нафиг, 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 прекрасно. Норм занос получился, выжигаю нитро. Очень по ускоренной программе его выжигаю причем. Так, я уже второй, ребят. Я уже второй, но тут, блин, дело случая, как говорится. Давай, 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 давай. Боже, как она... Спалил! На высокой скорости. Очень хорошо. Бочком валит. И это круто. Пока что все четко. Пока что мы лидируем. Вместе с Тойотой GT86. Отличный инструмент для того, чтобы нагибать пацанов вообще ребят. И ихние скайлайны. Которые, в общем-то, тоже ничего как бы. Ничего против скайлайна не имею. Но... Чё-то эта тачечка будет пободрее, честно говоря. Здесь в НФСе. 188 тысяч, между прочим. Я стараюсь вообще вальнуть бочком везде, где это только реально. Немножко попалил. Давай, 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 давай. Реально красиво она валит. Опять попалил. Ну все, это стопудовая победа. 0,8 км. Я так думаю, что это уже стопудовая победа. Что называется, изи-катка. Давай-ка еще тут чуть бочком вольнем. И перед финишем на нитрах. А это было плохо. Это было плохо. Что мы там имеем? Я либо первый, либо второй буду. Второй. Авария, ребят, вот, вот так вот. Хотел побольше срубить очков, но там буквально немножко тело какое-то вырвалось вперед. Фу, хотя эта машинка уверенно, уверенно лидировала более чем.
Ладненько, ладненько. Все равно начало неплохое. Я так думаю, это, кстати, не начало ж, наверное, спидлиста. Может быть, мы с вами выполним парочку спидлистов. Ну, сейчас посмотрим. Да, ребят, это у нас предпоследняя была гонка. И сходу, в принципе, неплохо относительно проехали. Вот, кстати, он, Toyota. Мутаген. На первом месте. Ничего, сейчас мы тебе дадим жару. Погнали дальше. Окей, наваливай. Мертвый штиль. Спринт заезд. Давай, Тойотушка. Сразу палим нафиг нитро. Геттеры. О, нифига, Годзилла повалила, так как ничего так. Ничего так, но мы-то покруче будем. Кочегарим, кочегарим. 11 километров у нас будет гонка. Что за идеальный момент, чтобы это значило бы. Ах, не прошел поворот. Маленько. Давай. Еще и на стиле всех обходим. Ну, нормальненько, хорошо мы начали. Явно. Оу-оу, что-то меня подкинуло так. И здесь удержались. Огонь. 9 км. А что у нас? А, 4 круга у нас будет. Это у нас кольцевая типа гоночка. Все, я понял. Вот такой вот автомат, если бы еще на пониженную переключался бы, было бы вообще просто замечательно, идеальненько. Но я начинаю тех даже, знаете, так бодренько отрываться. Тут что-то пацанчикам тяжко. Тягаться с Тойотушкой. Давай, 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 не зазнаемся, как говорится. Не-не, блин. Да ладно тебе, ну руль же вывернут. Че ты, вот это вот иногда клины в Need for Speed в управлении, это, конечно, печалька. Но с этим сделать совершенно ни черта нельзя. То есть, если машинку так подраздуплило, так сказать, то все. И не то ля комедия. Вот тут такой момент прикольный, что очень часто получается в дом улететь. Но это ни разу не круто, поэтому я уже бдителен. Стараюсь больше угол взять в прохождении поворота, и тогда все равно происходит. Все равно Need for Speed, вы знаете, такая игра, которая просится, чтобы совершенно все повороты проходились на ручнике. Так просто без ручника, просто машина угол нужный не ставит и... Ну, тупо не проходит поворот, так как мне это нужно. По крайней мере, в моем стиле езды. Именно так. Наконец-то я описался. Я вон пацанчика на круг догоняю уже. Парень, ты чё такой медленный? У тебя чё, машинам она не ехала, она? Ой, бедолаженька ты какой. Слышь, тоже на Тойотушке, между прочим. Хотя, может быть, и на Субарике. Видать, на Стоке едет страдать. Чё ж ты сюда сунулся-то? Тебе бы это, карьерушку допройти бы. А потом с пацанчиками что-то тягаться. А раньше тут, я не знаю, пока фултюнинга нет. Ну, вы помните, как в первых видео этой игры, как я тоже пытался там с ванпоинтом, с кнаком тягаться. Тяжко мне было, блин. Ну, это сейчас можно, кому не лень, сракотанчики надрать-то. Причем еще и со стилем. 2 км у нас до финиша, я вообще еду не парясь пока что. Кому-то я там напортащил последнюю гоночку. Ай! Вот опять она мне нужный угол не взяла. Поворот этот у меня печалька. Давай-ка мы тебя так поддернем. Пац! Повеселее. Привет, таксо! Вот сейчас мы можем столкнуться там. Воу! Чувак там сзади пролетел. Уголочек. Нифига. Не въеду я тут в дом. Короче, ребят, с очень большим отрывом я всех... Обогнал. С очень большим отрывом. Ну, круто. Прям круто-круто. Фух. Так, ну что, ребят, у нас впереди будет еще один плейлист. Мы его начнем с нуля уже. 53 уровень. И будем уже тягаться более так на очки. Знаете, сейчас я проехал просто на разминку, так сказать. Ты меня больше всего интересует дрифтинг, конечно же. Потому что на спринтах тут пацанчикам будет тяжко. Понятно, кстати, я второй. Я пришел на эту гонку на предпоследний заезд. И я по очкам второй получился. Приколите. Круто. А нет, нифига. На третий меня скинули, что ли, или что? Да, кто-то вам приехал, да-да-да. И меня на третье место скинули. Ну, все равно считаю, что это так неплохо.
как минимум. Лады, погнали, за лаврами. Итак, ваш покорный слуга сходу зашел на гонку и сразу на пьедестал. Буквально так, оп, с лету. Но тем не менее, у нас тут, я смотрю, пришли первыми два геттера. 34-й и, кажись, 32-й или 2-3-4-й. Не, 2-3-4-й, походу. Или там есть, в принципе, обвес у 32-го, как у 34-го. Я спереди не узнаю, если честно, что это было. Но я видел, что там 30... Короче, Годзилла и 34-й. Нормально так. Скай пытались что-то там лидировать. Вот, ну а дальше мы движемся с вами уже в плейлист с нуля. Так, пока мы там что-то ждем целую минуту, пока там пацанчики будут готовиться, я вам хочу заценить, что получилось с этой тачкой. А у нас получилось тюнинг управления, нет, не сюда. Получилось у нас, ребятушки. Да куда я лезу, блин? Вот, 950 лошадиных сил, максималочка 374 и разгончик до сотни за 2,2 секунды. В принципе, как бы... По циферкам это совершенно не то, что по лошадиным силам, что по разгончику до сотни. Но, блин, ребят, в целом, конечно, эта тачка просто какая-то имба, я не знаю. Я просто восхищен с нее, и сейчас посмотрим, как мы уже с самого начала будем тягаться в плейлисте. Мне что-то кажется, что все будет хорошо. Между прочим, 42 тысячи сходу я заработал. Нужно как можно больше денег на все остальные тачки. Ну, блин, я не знаю, как бы это сделать так правильнее. Мне их нужно фармить как-то, я вот не знаю, пустую кататься времени особо нет, так что, наверное, будет, ребят, много видосиков в ближайшее время в онлайне с теми тачками, что у нас есть. А потом нафармим, было бы действительно сделать сравнение трио автомобилей вот в этом вот кузове, GT86, BRZ и Skyen. Вот, которая из них чем отличается, что лучше, что хуже по обвесам, вот. Но на это надо мне кругом-бегом, ну, хотя бы 1250, а лучше 300. Где-то так, надо накуролесить. Это, в принципе, за одну гонку в одном плейлисте за победу 1075 башляю. То есть, фактически, нужно 4 победы взять. Так что такие дела. Ну, посмотрим, посмотрим. Будем кататься, фармить бабосики. Так что ждите много Need for Speed'а на канале. Знаю то, что кого-то я уже подхарил им, но большинству, подавляющему причем, Need for Speed нравится. И это хорошо. Итак, мы начинаем. Ангелы не настигнут дьяволов. Начинаем мы спринт-гонку. Тут есть я и еще кто-то. Наверняка кто-то может остаться в гараже. Ну, неважно. А, нас трое, походу, едет. Так, не пропустить бы поворотик. Прекрасно. И здесь не пропустить даже нас четверо, а не трое. Выжигаем нитрочку. Неудачненько чуть зафигарился. Чувачки, я смотрю, там на хвосте у меня сидят. И отваливаться ни в какую не собираются. Прошел. Так, а тут что? А вот что? Смотри, пролез. Да ладно, 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 ладно. Хорош, хорош. Бывает, я вот так контроль теряю над машиной, и все. Она начинает болтаться туда-сюда. И это печалька. Выравнивайся, выравнивайся. Пока что что-то меня там сдернуло. Но мы пытаемся делать все, что в наших силах. Да, живые люди, это вам не боты. Да хорош, вырулил же в другую сторону. Фигня вот эта вот Need for Speed'овская, блин. Клины физики непонятные. Периодически... Прошел, прошел. Так, ребят, что-то не тяну я здесь. Сходу. Мне тут дают понять, что нефиг расслабляться, что называется. Километр у нас осталось... до финиша, и пока что все не очень так хорошо. Хотя, в общем-то, я еду относительно чисто так пытаюсь, но... Видать, там пацанчик что-то у нас на грипп настроил свою тележеньку. И решил тут покарать. Всех, кого не лень. Оп! Давай, 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 давай! Километр остался до финиша. О! Да блин! Жариваем. Нитро все спалил. Все, нитро спалил. Ну все. Пол км, это второе место. Это просто, да, железно. Железно второе место. Все равно неплохо, считаю, начали. Ну а дальше посмотрим, как пойдет. Что там нас нагнуло, интересно? Что за тело? Первый, а, он даже без аватарочки. Фух, ну было жарко, весьма и весьма. Так, сколько я очков там получаю? Я от него сейчас начал отставать нормально. Нет, надо что-то с этим делать. Еще у него за рейтинг, интересно, сетевой. Там пацанчик, я не знаю, как-то умудрялся... На поворотах именно 25 очков, а сетевой 12 рейтинг. Не очень-то и круто. Вот он на поворотах как-то умудрялся от меня так отрываться. Ладно, погнали дальше. Итак, ребят, у нас дрифт заезд. Наутилус Помпилиус. Погнали.
О, он бумерочек присоединился, эмочка. Давай, 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 там пидерастен, блин. Стал он, блин. Чё, ехать нормально? Не, не слышал, или он грузился еще, или непонятно, что случилось. Нафиг, нафиг все. Нафиг. Давай, 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 бочком. Ставимся. Немножко вышел я из-за носа. Давай, 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 выходит, выходит. Тем не менее, пока что все не так-то уж и плохо. У нас-то машинка под, заточена под дрифтинг, по большому-то счету. Поэтому все не так-то уж и плохо выходит. Сейчас что, фиганулся? Спалил, спалил очко, приколите. Такой занос был хороший. Опять спалил, это я зря. Это я зря. Прошу, да... Козел. Едь к себе уже с миром. И не мешай ни себе, ни окружающим. Фу. Ну, пока все нормалек. Так, вот тут вот поворот такой стрёмный. Наверное, лучше его таким макаром проходить. О, еще один приполз. Товарищ. Попалил очков опять. Тем не менее, Toyota пока что всех растаптывает здесь. Немножко слишком большой угол беру. И не получается у меня пройти. 141 штука. Прекрасно. 155. Вот это я понимаю, точило. 166. Двойным разрывом их. Toyota просто унижает. Опять попалил. Во-в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 о! Красава вообще! Вот это я понимаю дрифтинг! Блин, машинка, слушайте! Она просто творит что-то невообразимое. Этот чувак, если тут на постой, этот забор собирает. Слышь, Жора, давай, едь! Едь с миром! Едь с миром, я не хочу с тобой тут пересекаться вообще. Даже и близко, и вот мы близко. Жора. Жора, Жора, Жора. Тем не менее, мы, не знаю, каким чудом разъехались с Жорой. Но Toyota продолжает всех наказывать, хотя кто-то там ко мне подбирается. Что-то так, довольно-таки близко. Но как тут подбирайся, не подбирайся, все равно лалка сосай у всех. Первое место. Огромнейшим разрывом. Там что-то под 100 тысяч. Фух, было круто. Да, чувак, который был без аватарки, он слился на предпоследнее место. Это говорит о том, что у него тачка запилена под грип. Получается так, что он будет тащить в грипе, я буду тащить в дрифте. Но я-то и в грипе ничего так езжу, как минимум. Потому что я вторым был. А он слился он на пятое место. Но, окей. По очкам мы так бодренько его теперь обгоняем, но тем не менее все равно он что-то там получил. А, вон, 10 очечей. Ладно, ребят, двигаемся дальше. Next race, и следующая гонка у нас, по идее, будет спринт или колечко. Так, окей, CJ Tastic. Руль, хорош. Все, мы едем ровно, давай. Штурвал есть. Штурвал пойман. Тулим, ага. Посоны вообще, ребята, гетеры потулили. Один что-то, прошел, я думал, сейчас мимо поедет. Так, что-то я тут вижу, такое, блин, 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 блин. Печалька, очень печалька, пятое место. Что-то мы подслились. Это хреново, тут важно хорошо начать, потому что потом можно хрен догнать их. Давай, 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 о, красава. Стабильность, залог успеха. Вот на пониженную, если бы я сейчас кинулся на шестую передачу, это было бы очень замечательно, но нет. Страдаем. Оп. Товарищ, что ты так разогнался? 7 км у нас гоночка будет. Я ж от тебя не отлипну так просто. Ни при каких. Бах. Да ладно, ладно. Выжигаем нитро.
Сейчас вот где-то поворот будет смачный. Я уже начинаю потихонечку выучивать треки. Прекрасно. О! Блин, я чуть не прозрел. Вау-вау! Прошла. На пониженную, скотина. 240 для 7 это слишком уж. Зашквар, давай, автомат. Вот тут, блин, проблемы, что с автоматом, что с механикой получается. И прям идеала подобрать не получается, к сожалению. Но это уже нюансы игры. Тихо-тихо, ездят тут они. Блин, коробка меня бесит. Сжигаем нито 3.8 км. И там чувак у меня прям буквально сидит на хвосте. С кормы не слазит. Тварь. Зачем я тебе нужен? Едь там себе медленнее. Давай, врежься во что-нибудь. Как ты смотришь на это? О, я от него подоторвался немножечко. Прекрасно. Так, не тупим. Не тупим. Куча трафика у нас тут. Экшон зашкаливает. Так. Веселый поворот. Четвручник поздно, блин, сработал. Хотя он вроде бы как настроен у меня на фул, но было позднее срабатывание явно. Я люблю четкий ручник. Когда дернул, и сразу все случилось. Так, не туда. Тут можно так ненароком въехать немножко... Не в ту степь, это тогда печальный такой финиш может получиться. Ну, блин, ребят, мы всех опять наказываем. Toyota GT86 просто автомобиль-каратель. Она наказывает просто. Ставит всех на место. Говорят, то, что ураканы тут тащат. Ага, и Porsche. Сейчас. Не, ну, конечно, у нас тут не было ни уракана, ни Porsche в соперниках. Было бы интересно, если бы кто-нибудь на таком тазике... Подкатил бы так поржать, и мы бы сравнили. Чё да как, чё круче. Потому что эта Toyota пока что из всего моего автопарка самый офигенный автомобиль. После нее уже идет Supra, после Supra идет, наверное, 34-й Skyline. Даже нет, чё это я? После этой тачки у меня есть 2000, вот. Потому что это One Love, потом Supra, Skyline и все остальные. Вот, как-то так. Ну, именно в этой игре, вот как получается. Хотя S2000, конечно, честно говоря, на фоне этой Toyota... По своим ездовым качествам, скажем так, характеристикам просто ни о чем, честно говоря. Это и быстрая, и угол держит, и валит, блин, и стабильная. Ну, прям, не знаю, с 2000, конечно, дизайном берет. Ну, ладно. Едем дальше на next race. Окей. Итак, у нас снова дрифтинг и максимальная атака. Нужно максимально атаковать. Так, мне было бы неплохо от них оторваться сейчас. Вот этот бумер, он, кажется, газует. Да, он газует. Но мне все равно было бы лучше от них куда подальше ко всем фигам оторваться. Берем немножко очков. А! Печалька, печалька, печалька. Виноват, каюсь. Тихо, тихо. Прекрасно. Но, тем не менее, я на втором месте. Что-то там меня начинает подвздергивать. Охренеть, как я разъехался. Это была жопа. И это мне позволило выйти на первое место. Слишком я тут замедлился сильно. Не очень много очков срубил. Ладно, палим нитро нафиг. А вот здесь можно стать бочком. И вот здесь. Скоростные такие вот. Давай, 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 давай. Не очень, не очень. Вот, 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 побольше угла надо ставить. Пока что все неплохо. Пока что все good. Эй. Ай. Блин. Сейчас у кого-то сюрприз будет поджидать. Не, разъехались, пацаны. Вообще, ребята. Давай-ка с перекладочкой. Во-во-во, вот это я понимаю дрифтинг. Так, я все еще первый. Правда, я так занят делом, то что не успел посмотреть, тихо. Не успел посмотреть, насколько я лидирую. А, нихера себе я лидирую, почти в два раза. GT86, ты вообще зверюга, конечно, я смотрю. Еще та. Че творит, чертовка? Ай-яй, козел, попалил. Мне очков маленько. Феррари или что это там у нас? Ай. Красава, нафиг. Нафиг, нафиг. 458 Феррари, кстати, тоже очень имбовая тачка. Это единственная тачка, на которой я мог нормально ездить на геймпаде, ребят. Я вам так скажу. Так, надо ставиться. Пацанам даже и не снился такой дрифтинг. Ай! Чё-то я захвастался. Ну, блин, бывает. Но тем не менее, по очкам там пока что все у нас ровно. Фух, пролетело, блин. Прям настоящее. Давай!
Жажда скорости. Где тут? Куда тут? Пора? Пора, пора, пора. Бочком, бочком. Никаких аварий. Главное вовремя приспустить педалечку газа. Так, чтобы не влететь в бортик от того, что, что называется, переборщил. Гашеточки. И тогда все будет. Будет прекрасно все, ребят. Разрыв, опять же, двойной у нас в дрифте. Посланы вообще, ребята. Ассасай все сделали. Дружно. Не, это реально автомобиль-уничтожитель. Просто. 362 тысячи за дрифт. Ребят, это уровень Уракана на самом-то деле. Насколько я наслышан. Я еще не катался на нем, но... Но мне было бы интересно, вы знаете, я же говорю, погонять на Уракане. Тойотка реально радует. Реально, реально. Это просто... Я не знаю, моя икона в Need for Speed пока что на данный момент. Ну ладушки, ребятушки, пока что все более чем круто. Там мы что-то пацанчиков вообще в хлам разрываем. Да, у нас остался один заезд. И что-то я иду на пока что бодренько так на первое место. Вот, считай, только один раз вторым пришел, все остальное мы тащим. Лады, погнали. Так, ну чё, не в своей тарелке последний заезд у нас. И это будет спринт, судя по всему. Либо колечко, либо спринт. Ой-ой-ой, какая же ты побитенькая, бедненькая. Ладно, мы тебя починим потом. Опачки. Первый пошел, второй нафиг. А это же, кстати, тот самый новый геттер, как оказалось. Воу-воу, Жора. Жора. Жора, некрасиво себя ведешь, Жора. Еще один. Давай-давай-давай-давай, не тупи, да блин. Третье место. Меня маленько подскинули. Подскинули. Надо нагонять. Так, нам надо не боком валить, нам надо быстро проходить бы, желательно бы. А мы их не быстро проходим, мы их, блин, проползаем, зато боком. Это не очень-то и хорошо в данный момент. Да ладно тебе! Давай, давай, давай! Тут побороться надо будет, слушайте. Чё-то есть маза, что я так третий приду. Но нет, я буду стараться ехать хотя бы стабильно. А мне главное хотя бы не впаяться в какую-то попутку или встречку. Вот такое всякое. Вот, попутка. Да выруливай ты, блин, ну что за хрень такая? Руль выкручиваешь, она едет прямо. Need for Speed кошмарит. Бочком, бочком на дрифткорче. Пытаемся, блин, тут тягаться с пацанами. Давай, 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 широко от дерева. А в принципе, мне даже это может быть и в тему было. Так, ладно, 4-3 км до финиша. И есть маза, что все. Мы уже никого не нагоним. Ладно, ладно, пацаны. Это все не очень удачный старт. Хотя нет, вот, есть маза, что-то все-таки. Пока, геттер. Есть маза, что все. А-а-а, это был не тот геттер еще. У нас тут еще и попутчик. Печалька. А вот это тот. Насколько я понимаю. А, красавчик, давай, давай, побольше рихтуйся там. Обо всякое. Мне это только на руку. Тоже боком пытается валить что-то. Алло! Блин, задолбало! Вот эта вот хрень, когда руль в одну сторону, машина в другую сторону, блин. Так, блин. Давай, 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 родимая, тихо, тихо. Попуточка, попуточка, в жопу попуточку. Прекрасно. Давай, поборемся. Поборемся. Но уже пол км осталось, все. Это все. Это финита ля комедия. Нифига, как я проехал миллиметражах вообще. Перекладочку делаем и... Третье место. Более чем заслуженное, в принципе. Только чувакам это ну никак не поможет уже. Их разочарованию, но 30 очков они никак не затащат. Так что погнали за лаврами. Итак, друзья, награды списка Speedlist. В очередной раз ваш покорный слуга попал на подиум. О, вторая пришла у нас в Феррари. Кстати, вот эта вот Феррари, она реально была на грипп настроена. Она прошлую гонку опять затащила первой. Вот, так что все-таки выгодно на вот эти вот универсальные спид-листы брать дрифт-тачки. Потому что, ну, по крайней мере, лично я. Я и в дрифте могу их нагибать вообще свободно, не напрягаясь. А в гриппе я кое-как в первой тройке прихожу.
Вот, и в итоге получается практически 100% профит. Это так вам маленький совет, если чё. Так сказать, секрет успеха, как тут можно побеждать. Чё, машинка, конечно, зарекомендовала себя, эта Тойотушка, просто с наилучшей стороны. Просто, я не знаю, там мега-мега, супер-пупер-мега таз, которым я безумно доволен. Но мы с ним на этот видосик прощаемся. И также с вами тоже попрощаюсь. Так что, если было интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь, если вы здесь впервые. У нас, кроме Need for Speed, дофига всего. Что именно, вы можете посмотреть внизу в описании видео. Есть плейлисты всевозможные. Также предлагаю подписаться на наш паблик. У нас там хорошо, у нас там весело. Спасибо вам за просмотр, хорошего настроения. И всем пока, друзья. We'll be right back.